Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня я хотела поделиться с вами одним моим любимым рецептом. Начнем. Включаем плиту. Пусть у нас масло греется. Так, перчики. Сегодня я взяла замечательный перчик. У нас он называется гномик. У него почти нет косточек. Посмотрите, какая красавчики, да? Сейчас греется у нас масло. Мы закладываем наши перчики и обжариваем. Я их промыла, видите, положила на бумажное полотенце. Теперь мы с вами их обжарим. Пока перчики жарятся, мы приготовим с вами заправку. Здесь 2-3 ложки растительного масла, столовая ложка сахара, пол столовой ложки соли и сок одного лимона. Это примерно на пол килограмма перца. Соль, специи, пряности вы можете добавлять по своему вкусу. Перчики уже жарятся. Посмотрите, как они красиво подпрыгивают. Так, сюда мы добавляем пару зубков чеснока. Помидоры. У меня это черри. И немножко как бы раздавливая все это. Вы можете добавить любимую свою зелень. У меня это базилик и укроп. Так, наши перчики уже время жарки зависит от размера ваших перчиков. Как вы видите, у меня совершенно маленькие, поэтому я их просто обжариваю. Добавляем базилик. И укроп. Можно взять петрушку. Кинзу. Вашу любимую зелень. Так, смотрите на наших перчиков. Каждая пряность, зелень придает вкус . Так, я выключила плиту. Перчики немножко доходят. А мы с вами продолжаем готовить заправку. Так, закладываем наши перчики в заправку. Или в маринад, я бы даже сказала. И все хорошо перемешиваем. На этом этапе пробуем на соль, на сахар, на лимонный сок. Можете добавить перец, больше чеснока добавить, горький перец. Так, накрываем пленкой и ставим небольшой груз. Ждем, когда эта вся смесь остынет, и ставим на пару часов в холодильник.
Прошло 2 часа. Посмотрите на эту красоту. Перчики промариновались. Запах укропа, базилика. Давайте это я попробую. Так, это очень вкусно, просто. Великолепная закуска. Помидорки тоже вкусные, они промариновались. Если вы ночь продержите, это в холодильнике. Вкусы еще больше. Все пряности, специи соединятся, и получится невероятный букет. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех я вас жду. Посмотрите на эту красоту. Мы немножко добавим свежей зелени. И приятного аппетита. Жду на своем канале. Я готовлю. Посмотрите, как это красиво. И просто. А как это смотрится? Всем пока!